Привет. Сегодня у нас 16 число, среда. Пришел со школы. Сейчас пойду по делам. Сегодня будет такой насыщенный день. Сейчас я пойду к отцу, надо забрать у него документы. После отца я зайду в стоматологию, запишусь на лечение. После этого мне надо зайти постричься. После подстрижки я пойду в школу. Зайду на почту. Я надеюсь, сегодня она уже будет открыта. Потому что 15-14 числа хотел забрать посылку, которую мне почту. Я надеюсь, сегодня она уже будет открыта. Потому что 15-14 числа хотел забрать посылку, которая мне пришла. Сегодня приходила она. Сегодня, надеюсь, придет. Там какой-то ремонт идет. Обновляются, делаются заново. Ну, посмотрим сегодня. Если даже не успеем, ну да, если даже не сможем взять посылку эту, то ничего не будет. Все равно у нас есть еще время, чтобы она лежала. Ну все, сейчас пойдем по делам. Сейчас я пойду, скорее всего, сразу к отцу. И пойду, наверное, через Аврору. Ну, военкома. Ну, сейчас вот как раз вы увидите, я вам покажу ее. И оттуда там, даже если будет видно, я смогу показать Стеллу. Ну, если я увижу, я расскажу про нее. Ну все, пошли по делам. Сейчас идем к отцу на работу. Мы пойдем через наш парк. Ну, высаженный парк. Сейчас покажу вам наш торгово-развлекательный комплекс. Вот Аврора называется. Сейчас спустимся. Ну, типа наподобие корабля сделано. Там боулинг находится, кальянная, какие-то развлекательные тоже мероприятия проходят. Эльдорадо там тоже есть. Ну, это на первом этаже находится. Военкомат. Скоро. Получается, если экзамен не сдам, туда пойду. И вот за военкоматом, сейчас пойдем, там будет памятник шахтерам. Называется Стелла. Ну, его видно уже отсюда. Торчащие две такие возвышенности. Вот, получается. Далеко, конечно, но все равно видно. Вон церковь, наподобие церкви. Вот это называется Стелла у нас. Все, сейчас пойдем через парк. Надо дойти до фонтана. Да. Ну да, до фонтана мы дойдем. Ну там еще очень интересно покажу. Там вот далеки вот получается дом спорта. Там у нас спортсмены все. Борьба, лыжи, качалка там. Сауна там тоже такая нормальная есть. И вот там вот, вот белая воздушность, это тоже памятник военно, ну, ВОВ. На 9 мая там аллея такая есть. И по этой аллее идут страны и всем дарят там цветы, там, жмут руки и все такое. Вот получается вот наш парк. Тут все высажено. Что еще здесь есть? Скейтборд, но это площадка, чтобы гонять на скейтбордах. Ну, все, пойдем, да? Ладно, следующий.
Здравствуйте, я хочу записаться на лечение, 19 кабинет. Я потому что книгу забрал, потом на ногу перейду. Понедельник, время 10 часов, 3 и 18 месяцев. 18.30? Давайте на ней. Да, пол седьмого. Все хорошо. Все, записались на лечение на понедельник. Пойдем по седьмого вечера лечить зубы. Сейчас мы... Ну, к отцу уже сходил я. Документы забрал. Не стал показывать работу его. Сейчас мы идем в мою школу, надо учительнице отдать бумаги, если после этого мы пойдем пострижемся, а после этого уже на почту и домой. Вот такой сегодня у нас насыщенный день получился. Все, сейчас в школу идем. Подошел, постригся от полубокс, 300 рублей отдал, вот такой гусиком встал, все, к лету готов, свежий будет. Ну все, сейчас идем на почту, забираем заказ, если почта еще работает, то она 2 дня подряд уже не работает. Сейчас посмотрим, если работает, то отлично. Заберем заказ с Китая, что-то пришло. Все, сейчас увидим.
О, работает. Получил посылку. Вот такая вот она какая-то маленькая. Очень легкая, вообще капец легкая. Мне должны часы прийти. Ну и маме там какие-то гели. Ну и всякое такое. Ну нет пока. Сейчас посмотрим дома. Что такое. Сейчас посмотрю. Открою, посмотрю, что такое. Ну и все. Вот такая вот посылка. Сейчас посмотрим, что в ней находится. Без понятия, что это вообще. Сертификация, все. Чинно, благородно. Сейчас по-китайски написано, непонятно ни черта. Попробуем открыть ее сейчас. Что-то непонятно. Герметично запаковано, вот здесь это. Бегунок такой герметичности. Откроем, посмотрим. Я, конечно, догадываюсь, что это такое. Но открыть бы его еще, ага. Кстати, даже пакет не открыть, а? Запаковали-то как, а? Во! Ампула какая-то. И что-то наподобие колпачка. Я понял, что это. Да, вот это вот снимается. Она пластмассовая. Давится. Получается. Давится, и капельки выкапываются. Угу. А это. Ну это, короче, капли какие-то. Я вспомнил. Мама заказывала капли под глаза, вот эти вот, которые мешковины, вот эти вот. Вот это для них капли. Все вспомнил. Ну вот, в принципе, вот такой вот у нас сегодня. Такой вот мне пришло. Ну, я думал, что часы пришли. На часов нет еще. Ну все. Сегодня день был насыщенный. Много куда сходили, много что сделали. На почту наконец-то дошли. 3 дня подряд ходил, все, закрыто было. Ну все, всем пока.